Уникальной технологической разработкой в музейном комплексе является многофункциональная мультимедийная галерея «Река памяти», которая с помощью различных интерактивных решений показывает как фотографии реальных участников войны, так и связанные с ними документы и их фронтовые письма. По правой стороне каждой галереи выстроены масштабные фотопанно всемирно известных архивных фотографий Великой Отечественной войны, составленные из 18 миллионов фрагментов фотографий участников войны. Вторая технологическая часть концепции представляет собой линию мультимедиа-экранов, которые могут работать в двух режимах. В основном режиме «Река памяти» интерактивные панели создают эффект движущегося потока миллионов фотографий солдат, офицеров, моряков, военврачей и летчиков, которые сливаются в одну бесконечную реку памяти. С помощью интерактивных терминалов, расположенных перед мультимедиа-экранами, посетитель может самостоятельно найти информацию об участнике войны. Достаточно ввести фамилию, имя, отчество и год рождения искомого человека, и система тут же выводит на экран его учетные данные и фотографию при наличии. Одновременно с этим фотография появляется и на реке памяти в увеличенном формате. Река памяти – постоянно пополняемый ресурс. Загрузить фотографию можно через интернет или непосредственно в музейном комплексе, в оборудованных местах, где можно внести в базу своего героя – деда, прадеда, родственника, воевавшего на полях Великой Отечественной войны, либо дополнить информацию об уже размещенном – документами, письмами и фотографиями из семейного архива. Сотрудники комплекса помогут это сделать быстро и проконсультируют по имеющимся вопросам.